С 9 по 15 ноября на дорогах Нефтекамска зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых пострадавший обратился за помощью в больницу. За этот же период сотрудниками госавтоинспекции пресечено 197 административных правонарушений. В ходе профилактических мероприятий по городу Нефтекамску выявлено 5 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Кроме того, в двух случаях водители управляли своими автомобилями, будучи лишенными водительских прав. Также за эту неделю стражи порядка выявили 6 автовладельцев, не имеющих права управления транспортными средствами. В двух случаях водители перевозили детей без детского удерживающего устройства. Также в субботу произошло столкновение автобуса и иномарки. 13 ноября текущего года в 8 часу вечера водитель 1966 года рождения, управляя автобусом марки ПАЗ, при совершении разворота не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем марки Рено Логан, который двигался в попутном направлении, в результате чего автомобили получили механические повреждения. Уважаемые жители и гости города, соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны и аккуратны на дорогах.